Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. Хочу рассказать вам об отеле Фрагата, в котором мы отдыхали 11 ночей в июле 2019 года. Отель Фрагата 3 звезды находится в курортном городе Калелье на побережье Коста-дель-Маресме. Это Испания. Калелье находится недалеко от Барселоны, на расстоянии 53 километров. Постояльцы отеля в основном россияне и украинцы. На ресепшн хорошо знают русский и даже украинский язык. При заселении нам достался, наверное, самый плохой номер. На ресепшн сообщили, что других номеров у них просто нет. Наш номер оказался на первом этаже возле лифта. К слову сказать, лифта слышно не было. Номер был без балкона. Окно номера выходило на ресторан соседнего отеля, где вечером была громкая музыка. Испанская музыка добавляла колорита нашему отдыху. А вот шансон, в том числе «Сектор газа» и «Дискотека 90-х», слегка испортила все впечатление. Кроме громкой музыки, из открытого окна утром доносился запах приготовленной еды из соседнего отеля. Благодаря отельному гиду Ренате «Пегас Туристик» через 5 дней нас переселили в номер получше. Это был трехместный номер с балконом, но также он был на первом этаже. Музыки слышно не было, но теперь в открытое окно шел запах еды, приготовленной в отеле с другой стороны. Расстояние до балкона отеля напротив реально 5 метров. Итак, преимущества отеля Фрагата. Первое, из-за чего мы выбрали этот отель, это расположение. Отель находится через дорогу от моря. Второе преимущество – это хорошее питание. Мы оплачивали питание FB, при котором подается трехразовое питание, напитки только на завтраке. Морепродукты были почти каждый день, а суп подается только на ужине. Также преимущество отеля – это недорогая цена. Можно сказать, это малобюджетный отель. Уборка в отеле идеальная. Есть гель для душа и шампунь. Но пользовались мы своими средствами гигиены. В номерах отеля Фрагата очень хорошо работает кондиционер. В номере есть сейф за доплату, но мы сейфом не пользовались. К счастью, деньги у нас не пропали. В отеле существует лифт, комната хранения. Персонал приветливый.
Недостатки отеля Фрагата. У отеля нет бассейна и нет территории. А также есть очень маленькие номера. Вода из душа течет прямо на пол. В номере нет фена, нет стеклянных стаканов. Не приносят воду. В номерах отеля Фрагата нет холодильников. Главное недостаток отеля в том, что соседние отели построены очень близко. Когда вы выходите на балкон, то вы не наслаждаетесь видом, а вы смотрите на людей, которые сидят за столиками в соседних отелях. А также считаю недостатком то, что далеко идти до электрички. Ну вот быстрым шагом мы шли минут 20. Рядом нет большого супермаркета. Супермаркеты большие есть, но они находятся не на первой линии возле моря. Выселение из отеля в 10 утра. Тоже не очень приятный факт. Будьте внимательны, пребывая в этом отеле. При нашем выселении у женщины украли сумку прямо на ресепшене. Никто ничего не заметил. Естественно, никакого разбирательства не было, поскольку нас уже забирали в аэропорт. Итак, подведем итоги. Наш канал рекомендует отель Фрагата посещению. Если цена вас устраивает, и вы будете находиться в отеле минимальное время. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Fritids Tour. Если видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Делитесь нашим видео в социальных сетях со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До новых волнующих встреч, друзья!